задачи на этот год? На этот год планируем выполнить первый этап. Это вот первый этап с желтым. Желтым. Да. Он охватывает, получается, Лира, Заимка, Удача, Титан и доходит до Фемиды. Да. Пока целиком новая кольцевая дорога есть только на бумаге, но работы по ее созданию уже идут. В этом году специалисты Уренгойдорстроя сделают один участок. Его протяженность чуть больше 2 километра. Сдадут в твердом покрытии с тротуарами и велодорожкой. Об этой дороге Андрея Воронова просили дачники. Она же необходима для дальнейшего развития города. Новый Уренгой будет разрастаться именно в северном районе. В связи с дефицитом земли на южной части города под многоквартирное строительство, малоэтажное строительство, мы понимаем, что рано или поздно мы перейдем в западную объездную и будем расширяться только на северной части города. Поэтому эта дорога не просто к дачам, это большая кольцевая дорога, которая соединит несколько семь микрорайонов, которые, безусловно, будут ходить дачные кооперативы, которые сейчас существующие, участки под индивидуальное жилищное строительство для многодетных и многоэтажное строительство новых микрорайонов современных. В муниципальном приюте тоже идет стройка. Там собирают вольеры для новых лохматых беспризорников. Их будет почти 500. Чтобы собаки не скучали, в приюте «Городок» создали специальную площадку для выгула. Там есть все, чтобы животные могли как следует размяться и побегать. По просьбе горожан отправились к дому 7-2 на строителей. Проблема, о которой писали люди, масштабная. Глубокая лужа отбирает территорию у пешеходов и автолюбителей. Решением станет планировка двора. Над этой задачей теперь предстоит серьезно подумать городским службам. Помимо жалоб, у жителей соседних домов есть и свое видение благоустройства. В этом случае оно совпадает с планами муниципалитета. Проектируем полностью улицу железнодорожную, включая вот эти прилегающие территории, чтобы вода вот эта уходила тоже. Потому что район построился так пятнами, да? Угу. Все, время пришло, следующий сезон, дорожники заходят, и в том числе это пятно в проекте есть. Так что можете не переживать. Все, спасибо. Для меня это очень важно. Давай. Чтобы у нас здесь была парковка. А рядом с домами 4 и 6 на Тундровой новая парковка уже есть, а еще ровный проезд и тротуар, тоже новые. О том, что здесь трудилась тяжелая техника, уже ничего не напоминает. Впрочем, и пока шли работы, специалисты УГСК мешали не сильно. Здравствуйте. Здравствуйте. Здесь живет? Да, живем вот в 4-м подъезде. Сильно мешали строители? Нет, не мешали. У нас очень быстрый ремонт здесь пришел. Фрагмент небольшой. Сегодня хочу поздравить вас с Днем Семьи. Спасибо. Мальчик, девочка? Мальчик, Марат. Мурат? Марат. Марат. Да. Привет, Марат. Ну все, тебе ровно кататься будет. Спасибо. На сибирской работы много, часть дороги целиком разобрали. В этом году полностью отремонтируют участок от крайней до новой. Планируем так с этим участком завершить, соответственно, обе полосы со всеми прилегающими пусками, выпусками. То есть план на этот год получить. Во дворе Сибирской 65-69 тоже трудятся люди и техника. Тут большая реконструкция завершается, хотя по поручению главы дорожникам придется приложить дополнительные усилия. А если говорить в целом по результатам осмотра территорий, то темпы вселяют оптимизм. Мы в конце июня, в начале июля не сдавали участков готовых. Фрагменты появляются новые. Вот здесь мы стоим на Сибирской 65-69, и здесь осталось положить верхний слой асфальта. Единственное, здесь я их еще маленечко дополнительными работами загрузил, и вот пустырь, который за вашими спинами, превратится в стоянку. Здесь упущение проектировщиков было и служб городских. То есть хорошие две дворовых территории с новым домом, а между ними песчаное поле, конечно, имея возможность, можно превращать в благоустроенную территорию. Также в планах обновить в этом дворе детскую площадку и создать территорию для занятий спортом. Но это перспектива следующего года и наличие финансирования. Павел Прожогин, Павел Михайловский, информационное агентство «Импульс Севера».